Хей, здравствуй. Можно попросить тебя о чем-то? На секунду отвлекись от всех своих проблем и послушай меня. Я знаю, что ты проходишь через трудности, и знаю, что тебе порой приходится очень несладко. Но ты ведь не из робкого десятка, не так ли? Ты не сдашься, даже если будет чертовски трудно. Ты продолжишь верить в себя, продолжишь работать, становиться лучше, и в итоге одержишь победу. Обстоятельства, которые препятствуют осуществлению твоей мечты, трудности, те, кто в тебе сомневаются, будут всегда. Но как бы там ни было, не сдавайся, не отступай. Зажги огонь внутри себя. Не тот огонь, который разгорается только в благоприятных условиях или под воздействием вдохновения. После просмотра видео или прослушивания выступления спикера. Нет, такой огонь лишь временный. Если ты хочешь достичь выдающихся результатов, ты должен сделать этот огонь частью себя, частью ежедневного процесса. Сделай веру непоколебимой. Ты должен действительно поверить в себя. Даже если это трудно, даже если все направлено против тебя, не переставай верить и переходи к конкретным действиям. Старайся делать максимум, не только в ситуациях, когда ты мотивирован и настроен на работу, не только в ситуациях, когда все идет по плану и ты уверен в победе, а в особенности тогда, когда ты не чувствуешь, будто можешь взять ситуацию под контроль. Когда ты выдохся, устал и кажется, что все летит к чертям, делай максимум. И если ты будешь делать так снова и снова и снова, ты увидишь, может не сразу, но увидишь, как твоя жизнь начнет преображаться. Несмотря на обстоятельства, несмотря на все эти преграды, которые отделяют тебя, ты доберешься к своей цели. Но сначала нужно в себя поверить. Действительно поверить. Под верой в себя я подразумеваю не только собственные убеждения или эмоциональный настрой, но и конкретные действия, которые их подтверждают. Ты не можешь сказать, что ты действительно веришь в себя, если ты не работаешь над тем, чтобы достичь своих целей. Вера должна быть подтверждена действием, направленным на реализацию конкретных задач и решение сопутствующих проблем. Вопрос не в том, возможно ли для тебя достичь твоих целей, а в том, принял ли ты решение. Ведь ты и так знаешь, что все, о чем ты грезишь, возможно. Все дело лишь в том, принял ли ты решение. Принял ли ты решение верить в себя? Принял ли ты решение подтверждать эту веру действиями? И готов ли ты продолжать даже тогда, когда кажется, что все уже кончено? Устреми свой взор к цели. Визуализируй тот момент, когда ты ее достигаешь. Четко представь его. Сфокусируйся на процессе. Поверь в себя. И переходи к работе.